Так, теперь возвращаемся к Елене Александровичу. Почему? Вот. Потому что я это, в ее лице зуб на науку большой. Потому что представители ее тоже меня немало нервов помотали. Назовем их представителями науки. Помните, одна из них? Я это кандидат наук, у меня шикарное образование, у меня шесть сортов на изобретение это. Когда я что ж такое люпин? А хрен я же травах-то. Я пшеницу еще торжа отучу. С детства помню. Но мы колоски собираем. Дальше знаний нет. Посмотрел, люпин, трава. А при чем-то абрикос? А почему они считают, что у меня дикари должны расти? Вот. И вот получилось так, что человек, который мне поверил, вот Ирина Александровна, да? Вот. И благодаря ей, пусть благодаря ее руководителю, у нее руководитель умнейшая дама, женщина, профессор Матвеева. Вот они-то мне и поверили. И вот получилось следующее. Значит, это просто фотография с одним из этих. Вот, в двух словах, был, оборот себе никому не мешал, один из этих сигатарийских абрикосов. Ну, то есть, с косточки выращены, растет быстро, урожая предельное и эти самые, не сразу, на где-то 5-6 год, да. А потом раз, зацвело капитально, а рядом, напротив, академик растет, а второе дерево, синий с академикой, красное-красное. Смотрю, опять ветром надуло. А оно не может быть. Но мы это проходили, помните, там, телегония, расшифровка, Википедия. Псевдонаука, ля-ля-ля, все понятно. Ее надо будет убеждать в этом, что ветром надуло. Извините, люди простые, я же какой-то металлург, я не могу же говорить учеными словами. Но Елена Александровна меня понимает. Вот. Вот так случается. Оно не может быть. И вот тогда, когда я понял, что я же не этот Кощей бессмертный, который сидит на этом самом, или как, нет, как он, который сидел на мешках с золотом. Но то, что я обладаю, это миллионы долларов, даже, может быть, миллиарды рублей, то, что я сейчас обладаю. Потому что начинать не надо с нуля. Сразу экономия 40-50 лет автоматом. Я эти годы прожил, а еще ускоренное это. Ну, то есть по принципу 5-7 лет и новый сорт готов. Ну, не сорт, сорт образец, не придирайтесь. Вот один из них. И вот получается, что я тогда взял и сказал себе, вот, преисполнился, как сказать, вначале удивление, потом, как бы это сказать, чтобы вы поняли, какие чувства у меня были. Вот. Ну, рванул рубаху, ничего не жалко. И вот получается, что в эти дни 400 академиков косточек уезжает в Красноярск, 400 Бая Левицкого, 400 поздних Филиппа, 400 я забыл. Ну, не беда, напомнит. Вот. Это все будет высажено и посмотрим, что из этого получится. Вопрос принципиальный в чем? Обращаюсь к Елене Александровне и к ее руководителю Риме Матвеевой. В чем заключается? Вот. Если в них действительно уже, если видите, существует, значит, в них бродят гены мандрусского абрикоса. Так? Уже. Это значит, что с помощью вот этой гибридизации, потом второе поколение, первое на второе, второе на третье, третье, четвертое, пятое, удалось закрепить качества такие. А самое главное из них, что вы видели плоды, помните, там выше было, еще ниже покажу. И сеянцу прекрасное крупноплодное, вместо дикарей крупноплодные плоды, так? Крупноплодные плоды, неправильное сочетание. Ну ладно. И получается так, что они не должны замерзать теперь уже в Красноярске. Ну, стал спустя доказать это на деле. Я еще, знаете, что есть такое льгота у них особая. Сад Крутовского, там всегда было страшно холодно, там всегда было вот. И однажды случилось следующее. А 100 лет он существовал, практически все укрывалось. Я вам показывал фотографии, я там был.
Меня хорошо встречали, правда, простые работяги, но ученых там не было на тот момент. А работяги всей душой. И вот получилось так, что однажды перекрыли Красноярскую, под Красноярском перекрыли Енисей. И надо же, так оказалось, что сад попал в микрозону. Ну, кто бы знал Крутовский, который жил в 19 веке, братья Крутовские, что он попадет в микрозону. И такое чудо случилось. Я не помню примерно. Да, я был на риске, когда перекрывали, показывали по телевизору, перекрывают. Нас перекрывали в 85-м СШГС, так? А там, наверное, на 10-20 лет раньше, я не помню. Но с тех пор климат изменился. И теперь, если бы вы сказали, что сад Крутовского далеко, там на километры от незамерзающего Енисея, я бы сказал, ну что ж, будете делать отбор. Останется от 1600, 1600 посадили, останется приток деревьев. Да, они будут невероятно разостойки, да. Но начинать придется длинную-длинную историю, десятки лет. А так как там еще и незамерзающий Енисей рядом, недалеко. Я могу голову на сечение дать, что это все состоится. И, конечно, ну, наши никогда не представят на Нобелевскую премию, это понятно. Вот. Кстати, это начало нашего сотрудничества, это первый подарок. Вот. А на государство вполне. Вот что я вам и желаю, Леонид Александрович. Получилось следующее. Замотался, был нездоров. Не поздравил вас несколько дней назад. Я вас не поздравил с днем рождения. Простите меня. Вот. Ну, а нет дня рождения, значит, подарка нет. Вот он подарок. Это уникальный подарок. Вот. Это значит подарок науке на вашем лице. И будем ждать теперь госпремию.